Мусорный коллапс из-за автохамов. Как рассказали представители мусоровывозящих компаний, проблемы с вывозом отходов часто возникают из-за того, что спецтехника не может проехать к контейнерам с отходами. Водитель должен иметь беспрепятственный подъезд к контейнерам. То есть у водителя нет возможности ждать, либо он создает либо пробку, либо аварийную ситуацию. То есть он подъезжает, ну, единственное, что если технически возможно, он может подкатить этот контейнер метр-два, но не более. Обещают сообщать о нарушителях в 102, пока эти случаи фиксируются в базе и сообщают клиентам компании. Строительный мусор и предметы интерьера по общим правилам также уборке не подлежат. За нарушение предусмотрен штраф. Это и гипсокартон, и шины люди выносят, особенно это характерно для частного сектора. Это не пищевой, не бытовой мусор, и он не относится к разряду того мусора, который складируется в контейнерах, которые размещены на территории города согласно их дислокации, и не входит вывоз этого строительного мусора в ту цену, в тот тариф, который они платят.